Привет, друзья! Сегодня речь пойдет не о фитнесе, а о здоровье и о программировании. Я уже давно занимаюсь изучением языка программирования Python и делаю телеграм-ботов. И вот на стыке, так скажем, двух наук, программирования и медицины, у меня родилась идея создать такого телеграм-бота для проверки мужского здоровья. Поскольку я сам попал в эту историю с раком и знаю об этом, так скажем, изнутри, то вот решил сделать такого простого телеграм-бота, который позволяет мужчине проверить свое здоровье, не выходя из дома, просто открыв бота в Telegram. Это, в общем-то, стандартный такой опросник международный. И эти вопросы часто задают уролог, но, так сказать, должен задавать. И эту анкету должен давать. Но часто у него нет времени и нет этой анкеты в распечатанном виде. Я о этой анкете узнал только на платном приеме уролога. А в поликлинике там никаких анкет не было. Поэтому любому мужчине надо знать о симптомах болезни простаты и обратить на них внимание. Вот этот бот и позволяет это сделать. Так что ссылочка на бот будет под видео. Переходите и пользуйтесь. И второй момент, о котором я хотел бы вас попросить, это помочь проголосовать за этого бота. Бот – это такая вещь, которую очень трудно популяризировать, рекламировать. Надо большую аудиторию, и надо, чтобы он был сам собой замечательный, надо много рекламы. Ну вот я нашел такой проект, где можно разместить своего бота, и зрители голосуют за него и получают, так скажем, продвигают проект в рейтинге повыше. Чем выше рейтинг, тем, естественно, больше заходов в бот, больше пользователей, и больше людей узнают о том, что надо вообще заниматься своим здоровьем. Вот я и прошу вас перейти тоже на этот проект и проголосовать за моего телеграм-бота. Ссылочка тоже на этот проект будет под видео. Там совсем несложная регистрация, можно зайти или через Google, или через Яндекс аккаунт, или через почту. Поставить галочку, а если напишите комментарий, то будет совсем здорово. Надо показать просто, что люди 66 тоже могут создавать какие-то полезные вещи, потому что нас, по-моему, в расчет никто не принимает уже. И привлечь внимание, в общем-то, мужчин к тому, что надо свое здоровье периодически проверять. Хотя бы для начала с помощью бота. Ну все. Спасибо вам большое за поддержку. Проверяйте свое здоровье. Голосуйте за бота. Увидимся после тренировки.